Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здарова, дорогие подписчики, гости канала. По-прежнему с вами Диман Дифер, Даника, также Фил. Поздоровайтесь. Здорово, ребят. Доброе утро. Да, ребята, давненько у нас не было Фила на роликах, поэтому, друзья мои, сегодня так как попал. Раз-таки интересненькая серия, и мы проведем реально экспериментик вместе с ним. Да. Друзья, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал и не забывайте нажимать на колокольчики, чтобы не пропускать новые интереснейшие ролики. Наша суть данного шоу заключается в том, что мы спускаемся с огромнейшей горы, друзья, да, и пытаемся выпрыгнуть как можно дальше, набирая максимальные скорости. Кто улетает дальше всех, будем пытаться даже перелететь всю карту, будет получать 2 балла. Второе место будет получать 1 балл, и третье место ничего не получать. Если же будем приземляться, допустим, в озера, в реки, быть может, водоемы или какие-то бассейны, это дополнительный экстра балл еще в придачу. Фонтаны тоже считаются. И если мы за все шоу перелетим дальше всех, то есть та тачка, которая будет дальше всех, она получит еще один дополнительный экстра балл. Так что шоу будет максимально интересное. Не забывайте ставить лайки, за что огромное спасибо. Ну а прямо сейчас готовимся и будем начинать. Ну что же, друзья, прямо сейчас мы вместе с ребятами спавним первые машины. Это сделайте максимально просто, Фил, тебе напоминаю. Это Vehicle Options, Vehicle Spawner и внизу Random Vehicle. То есть мы спавним, ребята, рандомные машины по одной на каждый раунд. Опа, у меня мини-Тесла, у Даника Мазда, а Фил, кстати говоря, нужно будет подождать, по всей видимости, у тебя этот кэш не закачанный, поэтому, ну, ничего страшного. Так, ну, наконец-то, достал Фил у нас Ламборгини, какую-то прикольную, новую, однако, таки, да. Ну и давайте-ка прыгать, ребята, посмотрим, у кого результат будет лучше. Ну, я думаю, что, ребята, Ламба как бы не уступит вам. Ну, посмотрим, потому что, ребят, на самом деле много интересных машин у нас появилось, при этом Ламба меня догоняет. Мазда улетела, так, Ламба... Ламба то ли полетела, то ли не понял я немного. Полетела, да, и я, кстати, тоже вылетел, но я как-то слабо вылетел. Моя мини-тачка тоже особо-то и не пролетела. Я на стрику. Серьезно? А ну-ка давайте-ка глянем, где по итогу приземлился. Ага, вот здесь у нас приземлился Фил, и это его пока что 100-процентный балл, вопрос по второму. И опа, смотрим только за Даником. А, Даник, нихера себе улетел. Нихера это себе улетел, Даник. И пока что получается, ребята, у Даника экстра балл. Он забирает свои 2 балла. Я, к сожалению, ничего не зарабатываю. Ну а Фил зарабатывает 1 балл. Мы переходим на второй раунд. Полетели. Погнали. Ну что, ребята, так как Даник был дальше, он спаунит себе 3 машины. А мы по 2. И смотрим, кому что достанется. Так, BMW. Второй пока я не вижу. Так, у Фила загрузилась новая М5. Прикольно. Прикольно. Так, у меня пока не грузится ничего. Я тоже не грузится. Что странно. А, загрузилась у меня семерка с двумя движками. Но ее я брать не буду, потому что, ребята, она мега медленная. Ее убери, ты че? 194. Жесть, так, я возьму, наверное, бэху, семерку длинную. Блин. Так, две бэхи, М5 у меня получается семерка, и у Даника пока непонятно, ничего нету. Ну, ждем, давайте-ка дождемся. Ребята, и у Даника появилась Lamborghini Aventador ETA 7. Да, ну что же, полетели. Две BMW, да, и Ламба. Ну, желаю вам удачки, но, честно говоря, нет всего сердца. Хочется все-таки выиграть. Взаимно. О, я Ламбу догоняю! Ламбу обогнал! 700 будет! А, Некруха тащит, ребята! Некруха! Е-бой! Так, окей. Я пока вылетел. Нитро не было. Нитро нельзя. Так, не круха, а не нитро. Ты чего? Так, я по итогу не долетел, к сожалению, до кубов. А, ты вот сюда упал, ты даже хуже, чем я. Остался у нас Фил, и, ребята, Фил летит. Ема, Фил вылетел. Ема, Фил вылетел. Я за экстрабалом, кстати, полетел. Ну, кстати говоря, пока что экстрабал. Смотри, ты сейчас в воду упадешь, только не в воду. Да, прямой наводкой в воду. А, слава богу, вылетел из воды. Нет, только опять не в воду. Ёпердоля. По итогу, ребята, у Фила 2 балла плюс экстрабальный 1 балл. Итого у Фила уже 4, у Даника пока 2, ну а у меня пока просто 1 балл.
Ну, типа, да, как говорится, везет молодому, завозит, а мы отправляемся... Да, он не новичок, он уже снимал эту рубрику. На третий раунд. Полетели, друзья. Итак, как Фил у нас был дальше, у него больше выбор тачек, у нас с Даником по две. Так, Бэха у Даника раз, у меня пока нету ничего. Ну, надеюсь, что что-нибудь такое, знаете, типа Магнума можно... Типа, опа, это что у нас? Это у нас Макларен, новенький там. Классный Макларен. Так, окей, это уже хорошо. Что еще? Пока по спауну... Как-то тяжеловато спаунить тачки, я заметил, да? Mm-hmm. Но а надеюсь, что... Надеюсь, что... О, получается, Фил уже выбрал себе машину. Какой-то пикапчик огромный, да? Так, это считается, Даник, вообще-то. Это да, я просто компенсирую размер. Я понял. 179 у меня была моя вторая машина, по итогу я выбираю Макларен, а также у нас Бэха и огромный пикап. Ну чё, полетели, пробуем. Разгоняем максимальные скоростя. Ребята, пока что инициатива за Филом, но я надеюсь, что мы догоним хотя бы Даника по баллам. 600 есть. 620, 640. Ну как-то слабо. Я вылетел. У вас там как дела? Алло. Дела, как себе? Я что-то это... Я думал, я вылетел из игры. Так, а я по итогу, ребята, долетел до бургера. Вы так замолчали резко. Даня не летит или что? Даня только разгоняется. Поломалась. Я это... А, вы только все разгоняетесь. Я понял, окей, хорошо, давайте-ка посмотрим. На вылете прям воткнулся в бампер. А у тебя такое ощущение, будто она цепляется. Это что-то странное. Так, вылетел? Ну вылетели при этом, вылетели. Да, кстати, очень плохо, кстати. Да, у Фила, ну он будет явно, возможно, дальше меня, но не дальше, возможно, Даника. Когда цепляется, ну видимо, это моделька такая просто-напросто. Так, у Фила это 100% балл. Да, это 100% балл, он дальше меня. А у Даника получается, ребята, еще 2 дополнительных балла. Итак, у нас пока что у Фила, ребята, 5 баллов, у Даника 4 балла. У меня пока 1 балл, что происходит, не пойму. Уже почти половина серии позади. А друзья, все. Мне нужна ваша помощь. Даешь надеюсь, назад. Что поможете мне в комментариях, да, поддержите меня. Полетели. Не-не-не, пацаны заднюю не дают, сейчас я догоню вас. Ну что, спавни машины, смотрим. Кому что дропнется? О, у Фила, я смотрю, уже какая-то ламба заспавнилась. Так, у нас пока ничего нету. Ё-моё. Урус у Даника. Не, кстати, если будет байк, я тоже буду рад этому. Он, конечно, не ставит экстра балл, а потому что байки умеют гладить, и мы можем этим пользоваться. А, длинный урус. У кого-то комплексы. Так, а можно мне машину, пожалуйста? Ага, а ну, ну давай, да, ага, давай. Расчехли ты уже свою. Мерседес заспаунился. Ну, такой себе, однако, слушайте. Но у меня еще одна машина при этом. Что это у нас? Так, это у нас обычная. Опа! И у меня заспаунилась М2, кстати говоря, какая-то новенькая классная М2. Я возьму ее, наверное, я возьму ее, так, у нас получается у всех тачки уже есть. Урус получается у Даника, а Ламборгини у получается Фила. Ну что, полетели? Ну да, да, полетели. Две ламбы и Бэха. Пробуем. Друзья мои, напишите в комментариях прямо сейчас, за кого болеете? Кому желаете победу? Ема, меня напрягает то, что я 720 еду. Да, кстати, Фил у нас, ребят, заболел, видимо, коронанай. Не отпускает молодого, поэтому пожелайте в комментариях ему скорейшего выздоровления. Так, меня Фил, походу, обгонит, да? Да, походу. Нет. Так, у Даника... точно. У Даники капздарики. Тормози! Стой! Есть! Супер! Кайф! Ты меня отбойник засейвил. Да, 2 балла моих, ребята. Кто там за меня болел, я вам признателен. Балл у Фила, ну а Дани где-то там, у бомжей. А, вот он, здесь. Окей, баллы записаны, отправляемся на следующий раунд. Следующий раунд, и да, Даник, у тебя стоковый. Я спауню при этом 3 машины, выбираю лучшую. Так, у Фила RSQ8, кстати, заметил я. Прикольно. Так, у Фила как-то быстро стало спавнить, у нас как-то херово спавнить. Поменять. Максимально странно, да. Так, Фил гольф. Выбрал машину. О, гольф у Даника. Ну, смотрим и ждем. Просто эта карта скучала по мне, поэтому она мне по всей видимости. Да, по всей видимости. Ну что, давай уже. Расчехли. Е-мать, копать. Семитрак.
Тесла 7-трак 135. Нет, я ее брать не буду, спасибо. Первая была у меня. Еще получается две. Так, это мы скипаем. Это мы скипаем. И... ну и что, опять прицеп, тысячу лет тема. Ждать. О, хавал. Хавал с хавал. О, ебать, у меня мини пожарная машинка. Что? Я ее впервые вообще вижу. Я ее вообще впервые вижу. Так, окей. Но у нас еще одна, поэтому, ребята, есть шанс того, что у нас что-то быстренько спонится. Либо на пожарке, блин, прыгнуть. Кстати, кайфы. Вы видите это? А, у вас, наверное, скорее всего, не загрузилось. Ну, Ямана прикольная, однако. Опа, и RS3 Польша. Бобр, курва. Ну все, я как бы готов. Я по итогу, наверное, оставлю, ребята, вот эту машинку здесь. Давайте-ка мы прыгнем на ней в конце серии. Да, все. А я возьму Бобра Курву. Нормально. Так, все. Три, точнее, два внедорожника. У Фила и у Даника. Мы полетели, ребята. И я на RS3. На самом деле, баллы-то очень хотелось бы отыграть. Поэтому я уверен, что RS-ка должна мне дать победу. Потому что она быстрая. Не факт. Сколько как есть? У вас дела, парни? 800 было, прыгнул. Ясно. 700. Ну, я 800 тоже еду, 900. Понятно. Опа, в смысле 800, 900? Алло? Я прыгнул. Алло? На 900. Ясно, но алло, каких 900? Где-то. Так, у меня Бобр Курва в итоге врезался в мейсбанк. Ну, я в здание лечу, понял. Ну, я кого-то обогнал. Отлично, ты чуть-чуть не долетел до меня. А Даник у нас, ребята... у бомжей. Ну, в принципе, нормально. Гуманитарку привез. Да. Два балла моих, один балл у Фила. И пока что, ребята, ну, все равно Фил еще пока побеждает по баллам. Слишком много у него их. Вот, но будем отыгрываться. Давайте-ка, полетели на следующий раунд. Осталось буквально пару раундов. И, друзья мои, мы спавним следующие машины. Ой, да ладно тебе! Обожаю. Мустанг это хорошо. Так, у Фила очередная ламба, кстати говоря. Нет, он не хороший, тот, он хороший. Не бля, тот, Приора! Приора, Приора! 450 у Приоры? Что? Ай. Что? Подожди! 450 у Приоры, пацаны! Так, подождите-ка, я сейчас пока мустанг верну. Слушайте, я не буду больше спавнить, я возьму Приору, потому что, ребят, 450, это, как говорится, на дороге не валяется. Ой, Приора рассыпется. Емать, огромный ГТР Монстр Трак. Ну чё, поехали! Короче, ведро с гайками против ламбы и... что-то там еще получается... А, и Лада Приора, во. Ну прыгай. Седан, баклажан. 900 есть, 1000 есть, 1100 есть. Я ударился, я понял, я по новой попробую перепрыгнуть. Я вылетел, конечно, не на всех скоростях, потому что, ребят, после 700 она жестко цеплялась. Так, у Даника антибал. Фила я, кстати, тоже перелетаю. И у Фила бал, у меня снова 2 балла. Тенденция наших побед с Филом. И те места, которые мы занимаем, пока остаются на своем месте, да, отлично. Ну и это, конечно же, меня радует. Так, у Фила... Фил уже вернулся на платформу. Все вернулись на платформу. Все, ладно, переходим тогда на следующий раунд. Полетели. Ребят, давайте-ка так, если наберете 3000 лайков на данном ролике, то мы снимем еще одну подобную серию. Вот, а мы пока спавним следующие машины. Согласен. И вновь у меня 3 супра пока что. У меня бэшка, кстати, заряженная. Одна из них. Да что такое? О, бэшка. Ламба у, получается, Даника. Кстати, бэха, а не такая ли у меня была? Слушайте. Опа, у меня X6 кайф. И у меня еще буквально одна машина. Хотя, подождите-ка, мне кажется, X6 сейчас вообще уже бомба. У тебя похожая была, да. По-моему, да, ты кстати. Нормально так полетел на ней. 308. Слушайте, я даже не буду больше спавнить. У меня новый X6 какой-то заспавнился. Давайте-ка дождемся Даника и будем выпрыгивать. Да, это, но это обычно из GTA. Так, по итогу Даник выбрал себе Lamborghini длинную, разорванную, прям как в Матрице. Ну, полетели, пробуем. Да, на самом деле, ну, ламба вроде быстрая у Даника, но X-а, конечно, даст сейчас прикурить вам. 100%. Это новый икса, заряженный. Ну, а не, ну, кстати, 840 всего лишь. 840 всего лишь. У тебя там что? 900. Ема, ты полетел. А, кстати, подожди, я дальше, походу. Но у меня сейчас здание за это, за 100. Я по итогу, я туда же, куда и Бобр Курва мой прилетел. Даже чуть лучше. Ема, я встал красиво. Так, смотрим за Филом. А, ну Фил чутка не долетел до меня, я так полагаю. А Даник у нас, ребята... А, Даник по новой разгоняется. Понял, я думал в воде уже, бал ему дать, что ли? Дополнительный. Так, Даник у нас вылетел. Даник летит, но... Сколько скорость была у тебя? 600 где-то.
А, ну по скорости ты, конечно, проигрываешь нам. И в итоге, ребята, к сожалению, 0 баллов. Пока что все то же самое, ребят, да, нету каких-либо изменений. Это, конечно же, меня радует. По баллам мы уже вырываемся вперед. Вот, ну, отправляемся на следующий, полетели. Итак, мы спавним следующие машины. Смотрим, кому выпадет что-либо. Опа, старенький Мерседесик. Тебе Макларен взял. Е400, или это Цешка? Это а, не Макларен, Ешка, по-моему. Да, это Макларен, кстати говоря, прикольненький. Так, а, да подожди, не бей, да не бей, да не бей, не бей. Да не вижу вас. А, ну понял, понял. Так, у меня пока спаун идет. Е-мать! Огроменный X5! Ну вообще, да. И бля, не повезло молодому. Ты его сразу скипаешь, да? Ну, окей. Окей, окей, окей. Так, и, ну, ждем, ребят, ждем, пока заспаунится у меня, у Даника. Да, пош... Я видел, куда ты скипнул ее. Куда? Ладно, спавни еще одну. Хер с тобою. Два гигантских автомобиля заспавнилось для Даника. Это что-то жесткое. Ну ладно, дадим ему, как говорится, шанс заспавнить еще какую-нибудь машину. Ну, опять надо будет подождать, по всей видимости. У меня тоже. Е-мать, у меня выпал УАЗ реактивный Хантер. Что? Так, подождите-ка. 142, я не знаю, а УАЗы что почем? 129. Я возьму по итогу, наверное, Мерс. Это лучше, наверное, чем то, что могло быть. О, у тебя новая Бэха пятерочка. Ну что же, полетели. Ребята, это у нас предпоследний раунд. Следующий уже будет финальный. Заключительный. Да ладно, слушай, у тебя нормальная пятерка. Ну, кстати, у Фила так-то все тоже прекрасно. С Маклареном-то. Ема, спасибо, бля. Спасибо, ёпта. Ты чё, бля, дороги не видишь, я не пойму. Куда ты там щемишь меня? Фил, сейчас посмотрим, куда ты там упал. Ну, а я 630 по итогу разогнал. Я думал, будет лучше, но... Хотя подожди. Хотя подожди, что? Я на ведре, на некрухе старой. В старом Мерседесе я вырываю победу, что? Ема красиво еще перекрутила. Так, давайте-ка смотрим за Филом. У Фила, а, ты, ну, а, ты в эту дырочку, понял, нормально, нормально. Так, а кто из вас получается на втором месте? А, Фил я на втором месте, да? Да, у Даника по итогу, ребята, билбордик с девчулей. Окей, баллы, ребята, записаны. Вновь у меня 2 балла. Кстати, где бы мы ни падали, все равно Фил занимает вторую строчку, я занимаю первую строчку. Данику что-то не везет. Поехали на финал. Ну да. Два, две гигантские машины, конечно, поднасрало Данику, но мы спавним следующие машины, смотрим. Да что? Ема! Ай, бля! Ему гигантский длинный Матиз заспавнился, прикинь. Я хер его знает, как кому-то... О, полицейский Шелби. Ну, по-моему, он цепляется. Если я не ошибаюсь, по-моему, он цепляется. Блястяще, как бы понять. Так, и Тайкан по итогу у Даника заспавнился. А ну-ка. Можно мне... О, Драгстер, это хорошо. 684, ема, копать. Происходит. Так, у Даника Тайкан, да, ну Матис бы... Ну, кстати, Матис тоже вроде неплохой. Слушай, я знаешь, что сделаю? Я не буду сейчас спаунить, я попробую прыгнуть на Шелби. Если выпрыгнет, то выпрыгнет. Если не выпрыгнет, то попрыгаю на Драгстере. Так, у пацанов Ламба и получается Тайкан. Ну, полетели! Mm-hmm. Попробуем, ребята. Надеюсь, что вы... А, да, он цепляется. Я уже вижу, он цепляется, ребят. Да, и он цепляется, поэтому я просто беру Драгстер. Надеюсь, что вы уже прожали лайкос, ребят, за что огромнейшее вам спасибо. Mm-hmm. Вот, чем больше лайков... тем быстрее выйдет подобная новая серия. 1200, вау. Да что? Тихо. 800, это мое. 900. Это мое. Это все я мое. Вылетел на 950. На это Драгстере, мое, кайф. Ребята. 1200 это сильно, кстати. А, Ема, вы улетели. Кто там едет, я не пойму. Или я кто летит? Я улетел. А я по итогу, ребят, занимаю вторую строчку, а точнее третью строчку. Даник у нас по итогу упал вот сюда, у Даника бал. А Фил у нас, ребята, приземлился под вайн вот и вот сюда, зарабатывает свои 2 балла. Что ж, друзья, все баллы мы записали. И как я и обещал, под конец мы прыгнем сейчас на мини-пожарной машине. Но, слушайте, я могу вам скопировать... Ой, я Фила случайно скопировал, прости, брат. Теперь тебя двое. Я вам скопировал ее, можете тоже попрыгать на нее и, ну, точнее, на ней разогнаться, прыгнуть. Вот, мы ем, походу, это Кабс, да, или нет? А не, вроде, нормально, да, зацепилось. Стой, что ж, друзья, на машине пожарной мини мы еще как бы не прыгали, да? И, кстати, у нас много мини-тачек появилось. Угар, вообще угар на ней летит. Но она цепляется, слушайте. Лево-право, лево-право ее колбасит.
Да, было дело. Ты выпрыгнул, смог? Я под конец разложился. А, ну и я тоже под конец разложился, она на самом деле цепляется. Да, она просто маленькая и скользит. Что ж, друзья, на этом будем заканчивать. Спасибо огромнейшее за просмотр. Ставьте лайки, всем хорошего настроения, удачки. Пока-пока. Пока-пока, ребята. Пока-пока.